родная моя, ты довольно хорошо меня знаешь и знаешь то, что я не красноречив. Но в этот прекрасный день я хочу тебе сказать, насколько ты мне дорога и важна. Дорогой мой муж, сегодня самый лучший день. Он особенный, потому что мы создаем нашу семью. И это судьба. Я люблю, когда ты меня смешишь, чтобы поднять мне настроение. Я безумно люблю, как ты заботишься обо мне и поддерживаешь меня. Это бесценно. Наша история удивительна. И еще более удивительно то, что благодаря тебе я поверил в судьбу. Да, судьбу, которая нас свела вместе, чтобы мы берегли и уважали друг друга. Судьбу, которая показала нам путь новых побед и невероятных достижений. Судьбу, благодаря которой я осознал, что такое истинная любовь. Полюбил я тебя за то, что ты искренний и, самое главное, настоящий. Дорогие Армен и Лилита, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным днем, торжественным днем. Желаю вам счастья, любви, понимания, всего самого доброго. А это ваш первый пазл. Сложите его, пожалуйста, и покажите всем, чтобы это было всегда. Для нас, с родителей, было много-много внуков и внучек. Мы этого хотим. Вот, три не меньше. Издалека, из дальних стран, за много-много тысяч километров, что вы встретились здесь, в Бельгии. Счастья вам! Я очень рада за вас. Спасибо вам. Очень давно мы с Лилитой думали, какая будет свадьба, какой будет жених. Все случилось прекрасно, как в той сказке. Пускай оно дальше продолжается, это счастье, пока оно сказочное, но пусть оно будет настоящим, крепким навсегда. Thank you.
самая лучшая пара в мире, потому что такого парня, как Армен, нет. Это я знаю 100%. А Лилита мне нравится от души. Я ее приняла с первого дня. Желаю вам взаимопонимания, счастья и любви. Я вас люблю. Я обещаю беречь тебя всегда, уважать и ценить тебя и твою фамилию. Ты мой самый любимый и родной человек. И я обещаю отдавать тебе все то, что у меня есть, и всю себя, полностью и всегда. Я тебя очень люблю.